Многие приглашенные бизнесмены едва нашли время в плотном графике, чтобы принять участие в мероприятии, посвященном Дню предпринимателя. И они не скупились на теплые слова в адрес коллег и руководства муниципалитета. У нас замечательная глава округа, которая, в общем-то, действительно выходит к нам навстречу, на все наши инициативы готов помочь. И в связи с этим, в общем-то, проблем мы на сегодняшний момент особых на территории Ленинского городского округа не видим. Действительно комфортно работать. Об этом говорят и цифры. С начала года в округе зарегистрировано 1300 новых субъектов малого и среднего предпринимательства. Это самые лучшие показатели среди муниципалитетов Московской области. Всего же на территории округа свыше 13 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. На них трудится более 20 тысяч жителей округа. Мы приняли программу, ее согласовал Алексей Петрович Спасский, Совет депутатов. Каждый год мы проводим конкурсы и оказываем материальную поддержку малому и среднему предпринимательству в различных номинациях. Это как компенсации за приобретение оборудования, как компенсации, допустим, детским садикам, социальная история за аренду помещений и многое-многое другое. Главной темой выступлений многочисленных гостей стала социальная ориентированность бизнеса. Нынешний предприниматель – человек, который работает не только ради прибыли, но и на благо жителей страны. Сегодня бизнес надо носить на руках. Помимо социальных своих обязательств, помимо налогов, которые платит предприниматель, сколько благотворительности оказывается и в период пандемии, в текущей ситуации, о которой сегодня очень много коллеги говорили, ту помощь, которую оказывает предпринимательское сообщество нашим бойцам, которые сегодня участвуют в специальной военной операции. Одним из тех, кого наградили почетной грамотой главы Ленинского городского округа и ценным подарком, стал предприниматель Аршак Лалаян, который вместе с коллегами сделал немало для тех, кто сейчас находится в зоне СВО. ЖК «Государев дом». Собрались всеми предпринимателями и, если не ошибаюсь, примерно собрали почти тонну гуманитарной помощи для наших ребят, которые стоят на передовой и защищают нас. В условиях западных санкций предприниматели чувствуют повышенное давление на бизнес. Но в совместной работе с федеральными, областными и муниципальными властями находятся решения, которые помогают справиться с проблемами, хоть дело это и непростое. У нас есть взаимодействие нашего ТПП, соответственно, с областным, и там уже на уровне Московской области правительство уже разрабатываются пакеты для самозанятых и для малого бизнеса. Но пока еще, к сожалению, многие законы, вы сами понимаете, нужно еще принять, рассмотреть, но я думаю, что это не за горами. Более 60 предпринимателей в этот день получили награды и памятные подарки. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.